Так, все. Матопытка ее не понял. Режим шпиона включен. Я немножко вот здесь вот рукой поддерживаю, мне кажется, что я немножко на горлышко давит. Да. Вот это. Ну, так вот и мне тоже кажется, что это не нужно. Это что я имею, да. Может, надо поплотнее вот это. Сейчас я проверю, я что-то... Закрыл я машину или нет? Оп, закрыл. Что поплотней? Может, надо как-то вот здесь вот прям на талию заплотнить, чтобы оно, знаешь, как бы она не на весу, ну я не знаю. Так что, затянуть тебя? Мне удобно вот так, но я сугубо для ее удобно. Ну так давай пробовать что. Сегодня в Сэмс-клабе много людей. Это сам. Матерь не молодой. Хозяин, где? Documents. В сумке. Все давно включено, все записаны уже. Записаны и описаны. Ну что? О, ты используешь это. Это? Это был ты инфрактор. Я использую это, Катарина. Ты используешь глаз. Антоши? Свои. У Антоши только наушники. Ну что, давай уже. Не, так ну жену надо, наверное, как-то. Всем привет, вы на канале «Наша жизнь в Америке». New life, it's my life. Сегодня очередной заход в Sam's Club для того, чтобы наполнить холодильник. Сегодня мы вот в таком интересном составе. Шугар первый раз идет в магазин сегодня. Да, купили эту сумку, не понравилась она нам качеством и цветом. Вот. Этот цвет как бы по большому счету фигня. Ага, аккуратно. Не особо он играет роль. Ну, нам качество немножко не понравилось. И, в общем, было написано, что она на больший размер как-то, и мы туда, я не знаю, насколько нам удобно. Ну, в общем, влезли и будем смотреть, если пойдет, так и пойдет, а нет, будем брать что-то другое. Держи гладь по голове. Так, мы показали все входные документы. Что? Маску сняла. Ты? Маришка ждет от волнения с собачулей. Ты вместо очков ее сняла? Так. Ну что? У нас тачка с каким-то колесиком внутри. Ну смотри, тут перестановки, телефоны по-новому поставили. Да. AT&T пытается впарить телефоны. Я хочу для ее игрушек. Понятно. Блин, сегодня в Sam's Club аншлаг. Растением. Потому что мы тоже додумались выбрали в субботу. Зай, мы не додумались, а у нас вот это? У нас же в гараже такое лежит. Блин, так я такое не взял. Хорошо. Сейчас будем теперь кодовое название. А вот эти корзинки нет. Так я не знаю. Нам надо две красивые корзинки для ее шутки. Ее усвоившей мне. Потому что она немножко нервничает. Катерина, вспомни, как она возле школы первый день села. Потом же отпустила. Она поняла, что все эти люди ели. Да, народу тут, конечно, в субботу, мама, не горюй. Смотри, холодильники попереставляли. Они же стояли один к одному, да? Сейчас, смотри, один убрали и поставили к вину его. Давай сразу. Так. Давай, я тебе буду давать, а ты выбирай, окей? Хорошо? Наверное, две беру, зайка. Короче, сейчас, наверное, сезон на Blackberry. Они такие сладенькие. Вот, и малина очень вкусная сейчас, поэтому малину будем брать. Маришка у нас на диете, много ягод ест. Мы с Антошкой тоже подрубываем.
Зай, может три малинки взять? Она такая вроде плотненькая. Ты же будешь ее диетить? Хорошая, смотри. Давай еще, значит, одну зацепим. Наверное, блин, ну не знаю. Не знаю, на чем остановиться. Вот на этой остановимся. Так. Так, возьмем вот эту. Трудно выбрать, короче. Ну, я стараюсь. Так, идем дальше. Что нам надо? Надо... Надо черничку взять или голубичку. Вот эту забери, лучше с зеленой. Не понял, 5,62 и 5,62. Они разные, вот эту. Ты уверена, что это? Зайка, ты уверена, что лучше зеленую? Зай, посмотри. Вот это, мне кажется, вот это лучше выглядит, да? Так, какую, правую или левую? Правую или левую? Правую, левую. Так, взяли. Сейчас нам надо наливочка, да? Творог? Все сильно нервничает, зайка. Ну, она бедная, стрясется так. Творог, зайка, помогай, папе. Так, творог вот у нас. Да не надо, зай, пускай она, Катаринка, отдыхает. Так, творожок берем. 4,47. Есть. Зайка, а саке? Сок вот тот, который мне больше понравился. Где девочка дергается? Который внизу или который вверху? Внизу. Нижний? Мне больше он нравится. Зай, молоко, я даже не знаю, одно или два брать. Может, одно. Подожди, так кто было, с Walmart или с Sam's Club? Значит, берем Sam's Club 2. Так, вот такой сок 5,88. Перешли мы на новый сок. И вот такое молоко 2,92, 1 галлон. А мы берем таких галлонов H2. Конечно же, с середины самый холодный, потому что один галлон мы не успели допить, и он закис. Который мы брали в Walmart. Давай, молодец, сюда загружай их. Я бы хотел другого молока взять, но я здесь не вижу другого. Это, наверное, в Walmart мы можем еще одно попробовать. Пошли. Все, здесь ничего не берем, да? Да нет. Здесь, короче, ничего не берем, да? А креветосы? А креветки есть, если отлично. Короче, ты сейчас вообще на лайте, блин, по магазину ходишь, да? Но. Надо выбирать, перебирать. Мне вот эти крупные нравятся. Если можно. А ты потом что-нибудь другое выберешь. Чистенькие. Подожди. А что? Я увидела. Одну берем? Да. Зай. Маленькие огурчики и одну упаковку помидоров. Так, помидоры у нас стоили, короче, 6,98. Все говорят, что вот эти вот огурчики знают, откуда еда. Давай я вот так сделаю. Оп, видишь, тут уже выбирал кто-то. Красиво. Да, нам одна упаковка. Красиво. Ты уверена, что одна? Зай, следующая неделя будет загружена. Я знаю. 4,68 помидорчики вот такие. С запахом огорода. И вот такие огурчики сейчас будем выбирать. Сейчас я тоже здесь пороюсь, наверное. Ну что, блин, какие-то они... Мне кажется, что они уже готовые. Сейчас, подожди.
уверенный. И вроде твёрденькие кончики. Так, короче, одни огурчики. Сколько они стоят? 3,98 за паунд. За два. Два паунда, да? И что, и этих сколько? Вообще не брать? Так. Ой, какой юникорн красивый. Отсюда что-нибудь берем? Не берем? Не берем. Перцы не берем. Какие-то они от разного качества в последнее время. Зай, нам нужен чеснок. Так давай, ну, может, глянем на них на всякий случай или нет? Глянь, ну видишь, запах какой стоит. Да? Даже не смотрим. Грибы. Мама, сегодня выходной у нас. Собачья няня. А, и за ее надо. Подожди, чеснок берем. Да, мне чеснок нужен завтра для креветок. Поменяйте вот этот чеснок, у меня один уже есть. Короче, вот этот чеснок очень классный, но он, дело в том, что... Ну, у нас земля просто не ест. Быстро портится. Ну, как быстро? Мы не успеваем его порой съесть. Поэтому его надо ложить обязательно. Короче, мы его делим на части и вакуумно закрываем. Хорошо? В прошлой неделе ты это кушал. Давай сейчас я тебе брокколи. Брокколи? Давай. Давай будем кушать брокколи. Зелененькая брокколи. Хорошая брокколи. Хороший ребенок, радуется жизни. Морковка не надо? Вперед. Брокколи взяли. Я цукини хотел. Я цукини хотел. Подожди, авокадосы. Авокадо 3,62, блин. Смотри, какой ценник сладкий. Сладко-шоколадный. Класс. Пошел сезон на авокадо. Зайка, одну сетку? Две. Две? Две сетки авокадо. Ну, прикольно. Вот, как раз тут и коричневые, и не коричневые. Это хорошо. Будет лежать. Блин, ну цена на авокадо упала почти в два раза. Это прикольно. Два? Ну что, один это... Я хочу все. Ну вы и демоны. Пошли. Блин, я хотел цукинчики, но цукинчики не было, да? А киви тебе? А что это, красный? Красный виноград, ну наш красный. Это ничего не берем? По этому ряду. А ты хочешь? Не, Зай, мне хватает этого. Ой, здесь... Я хотела сказать, по мясному мы не... Ничего не берем сегодня, да? Пошли в сыры. Так Саше надо, или там еще хватает этих шариков? Шарики немножко в другом месте. Идем немножко в другое место. Шугар сегодня, конечно, вылазку сделала такую, да? Сюда заходим? Да, я хотела спросить, да, это... Я говорю, Шугар вылазку в магазин сделал. Сырки надо, Сырки надо. Надо всегда. Берем одни сырки. Не будем здесь брать, но там фотки уже кинут. Так. Катариночка, ты что-то хочешь? Какую-нибудь эту салсу, малсу. Катарин. Соус какой-нибудь. Подожди, а авокадо вот это вот, что ты кушаешь? Не надо? Ага, совершенно, наверное, Катаринка, молодец. Зайка, смотри, он салат из чихуахи. Салат из чихуахи. Или для чихуахи. Что это такое? Это, ну, такой я бренд. Я не знаю, хотя... Сделает этичная атака.
Прикольно. Может взять личинку? Ну давай возьмем, возьми, если хочешь. Пожалуйста, достань, а то я одной рукой пытаюсь. Она что, одна осталась, что ли? Почему одна? Нет. Ой. Залезем, сзади возьмем. А что вот это такое, канадский бекон какой-то интересный? Можешь взять, кстати, на бургерчик. Такой он интересный, дорогой, офигеть, можно, смотри. Не, будет вот это, зачем? Лучше потом отдельно. Потому что, зай, давайте сладости выбирать. Две сразу, мне кажется, это будет. Потом что-то спортится. Вон надо что будет взять, попробовать, смотри. Black Forest Ham. Мы можем сейчас вместо. Нет, мы... А если Саша не будет? Ну давай. Пройдемся. Пройдем мимо вот этого. Просто посмотрим. Зой, вот такой подход. Ну так на день рождения. Да, ну какое-то лоховство, зайка. Перестань. Папа, лучше нормального кейка или маме. Вон там эти посмотреть. Может... А они же все внутри будут этот батон. Нет, нет, я имею в виду вот этот взять. Как у нас там с весом? Мы... Ну, тирамису. Так я говорю, вот может нам взять какой-нибудь, смотри, какой красивый. Так, вот, мы еще не доели тот шоколадный, который на 23 февраля покупали. Что-то здесь написано, я не могу прочитать. Тухета бар какой-то или что? Это не то. А да, где? Это все они, да? Ну я искал это тирамису или еще как-то там называется. Но у них видно нету, зайка. Так. Бери свои любимые. С посыпкой или сладкие? Или два? Давай на майные березы. Голые, чистые? Мне такие наши. Не какие, вот эти? Да. Давай. А тебе какие? Там один имеет пай. Не, зайка, это он просто был. Ну давай поменяем. Они просто лежали, когда пеклись вместе. Скорее всего, здесь тоже будет. Зай, да мне не сравнивается. Я могу, я сойду, но такие. Какие ты больше любишь? Короче, два возьмем, да? Ой, зай, ну... Да немного. Стоп, не уезжай. Но я они знаю. Вот тоже какие-то... Холодные, да? Не, вот эти нет, а вот тут холодный конкретно. Так, если мы в Костку не идем, нам надо здесь воду брать. Ну, бери тогда. Возьми одну упаковку, мы же на следующей неделе едем в эту большую. Угу, угу. Значит, берем одну упаковку воды. 3,36 за 45 вот она уже бутылок. Меньше. Осваивается. Опа! Раз. Хорошо. Водичку взяли, поехали дальше. Так что у нас практически все уже или еще что-то? Подожди, а Филадельфия у нас есть, да? А что мы спрятались? Подожди, я хочу посмотреть. Вот, да. Молодец, она разобрала, что у нее кофе. Нет, так веселее. Не, пойдем вместе, зайка. Еще что-нибудь будем смотреть? А, муку, ну так давай. Обычную или какую-то эту, оладушковую? О, смотри, фрикиоск переехал в другое место.